Почему все дети любят Чебурашку с Лунтиком? Мне вот не злобен по душе, ведь он похож на Фунтика. Светлакова голова, как у всех, обычная. Подстрижется, как Нагиев, станет фантастичная. Все рисуют красавчики. Вероника, Вероника, две шикарные косы. Вероника, Вероника, вечно мокрые трусы. Сама ты сытуха! Вы слыхали, как поют инопланетяне? Это папа в день зарплаты под окном с друзьями. Знаю, что детей приносят аисты капуста. А у нас собака есть, как у всех обычная. Под ноги его побрили. Стала симпатичная. Мама тоже у нас есть, как у всех обычная. Может, ее побрить? Не поймешь, фиг поймешь, что в башке у него. Непонятно, что у него в башке. Эх, грибочки, эх, грибочки, собранные бабушкой. Мама с феном говорит, а отец с прабабушкой. Топец-то стрёмно. С тросточкой идет бабуля, вроде не спортивная, а приспичит. Бежит как реактивная. Я даже шестаки. Папа говорит, что попа часто в мыле у него. Так зачем же мама мыло покупает все равно? Он что, может попой пузыри пустать? Незлобин к Светлакову подошел. И сказала кроха: Серый, не фуняй под стол, бувуняй плохо. Фу! Да, бувая, пукаю. Светлаков ответил: Сам не слабо фунькаешь, я это заметил. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, Шаша. Зрители со сцены, слыша двух ведущих разговор, про себя подумали: кто не пойман, тот не вор, и совместно пукнули. Не стесняйтесь, я тоже перданура. Фу. И Кинг-Конг, и динозавр, даже скунс бы проиграл. Нет сильнее выхлопного, чем у папы перегар. Кто не смеется, то съест это в Кинг-Конга. Мы на долларах рисуем, да рисуем там нулей. Так несложно заработать миллионов и люлей. Моя пута пострадала. Папа пьяненький с работы, синий аватар храпит. Разрисуй себе героя, пока папа крепко спит. Точняк! Мы вчера с сестрой поймали золотую рыбку и желание загадали. Наши все улыбки!